Кто это? Что за зверь у нас в отеле? Вон их сколько. Мы понять не можем. Малятки. А это не броненосец? Я не знаю, кто это пока. Думали, обезьяна. Друзья, кто узнал, пишите в комментах. Ну, какой-то у него полосочки есть, похож на броненосца. Еще какой-то бегает рядом. Кто узнал родственника, пожалуйста, пишите. Кто это? Кто это сказал? Слушайте, мы здесь стоим, и так как-то уже немножко подозрительно, нам и стрёмно. А вон еще их много. Так я тебя что могу? Ты просто в камеру не видишь. Справа вон. Он целое семейство. И роет что-то, видишь? Разрывает. Землеройка, может, есть тоже такое животное. Не знаю, он в полосочку какую-то. Вот такой у нас, смотрите, вообще класс. Видно? Да, видно. Возе. А обернись на это, на дерево, это что, морелька какая-то? Это есть можно? Таша уже хочет что-то покушать. Не, оно твердое. Видишь, кто-то его ест, но, видимо, не для нас. Это тверденькое что-то. И тут кто-то сидел, который звуки издал. А, так, наверное, когда ты вот сказала, что кто это пробежал, когда я снимала... На Инстаграм небольшое видео, то, наверное, это животное и было. Может быть, потому что я говорю, я не могу... Как кот? Ну, не кот, понятно. Обалдеть. Такая у нас территория лагеря. Вот оно перебежало снова. Вот оно? Перебежало дорогу. Как ты говоришь, у нас улица называется? Royal Castle Street. То есть улица Королевского замка. Королевский замок. Royal Castle Street. Живности тут куча. Ну, представляете, мы в саванне, да? Ну, где-то есть, но они не будут вылазить. Ну, зачем оно надо? Ё-моё. Нам не сказали, что такая красота может случиться на территории. Ну, наверное, они не хищники, раз нас не предупредили. Слушайте, никого нету. На нас же не нападут сейчас, я надеюсь. Сейчас никто не нападет. А что они ищут реально, слушайте? Может, там орехи какие-то. Какие они прикольные. Как белки, знаешь, зарывали. И теперь они выискивают. Вот это животное интересное. С ума сойти, да? Да вообще, тут вышел уже красота везде. Слушайте, какой-то как помесь какого-то енота и какой-то кота. И какого-то мангуста. То есть сейчас вообще перечисляю всех таких животных, которых я видела в разных странах. Что это? Ты кто? О, а есть же такое, знаешь, типа по фото. Типа, сделать фото и найти в Google. Ну, я пока видео сделаю, делаю нашим подписчикам и телезрителям. Спасибо за лайк, кстати. Это нас очень радует, когда вы ставите лайки. Вот еще убежит. Хорошо, что не возле нашего этого дома, а то бы я, наверное, напряглась. Кстати, я знаю, что сзади кто-то из них стоит. С правой стороны переходит дорожку. Тудун, 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 тудун. Я озвучу эту розовую пантеру. Оп. Они там, он тут пошел, они там, эта стайка, здесь нету. И они уходят по дороге вот туда, прям по дорожке. Да, они куда-то идут вот туда, вот они уходят вот туда вот. И уходят они отсюда. А вот такие здесь домики в кемпе. Землероечки, наверное, какие-то. Симпатюлечки. А вот такие птички еще какие-то шикарнейшие просто. Наташа углядела возле нашего дома прямо. На ветке сидит, наверное, они будут. Еще две улетели. Ну вот одна между деревьями еще. Я хочу волосы. Вот она. И вот вторая. Какие-то чудеса природы просто. Да, природа здесь, конечно, просто. Народ, привет! Показываем в этом видео территорию отеля. Вот мы в бассейне. Сейчас будем заказывать сок или пиво у
уже показали, как я думала, на самом деле, оказывается, не включила камеру. Пиво стоит 300, сок 250. Коктейли от 1000 до там и 400, и 900. Вот, кстати, есть бассейн. Смотрите, небольшой, но уютный. Ну да, так просто вам запрыгнуть и освежиться. Наташа трогала водичку, она была освежающая. Смотрите, все очень зелено. Душик есть, вот там есть душ, там территория стрихозяйства. Да, сейчас пойду покажу, хотела сказать, снова вам покажу. Просто я снимала видео, но я такой дятел, что не нажала на кнопочку. Вот это пластик. Да? А ты думала... Я думала железо, если честно. Я думала железо. Ну, вот для дитя бассейн. Для дитя. И здесь, смотрите, совсем немного матрацев. Два матраца. Дальше 4-6 матрацев где-то. Вот. Территория здоровая. Где-то 60 номеров, по-моему. 60 да. Домиков. Там в середине раздевалка, туалет есть. Прикольно, шли от номера, снимали видео, а я отдуплилась, что я не включила. Ну, молодец, что отдуплилась. Да, вообще. Такая, что-то не то, что-то камера выключилась. Так, давайте менюшку посмотрим. О, мужик ждал, ушел. Вот, менюшка здесь есть. Наверное, можно чай, кофе. Вот, я уже сказала, какие есть... А вот, все по 250, яблоко, манго, апельсин, маракуйя, ананас и пиво. Вот Таскер Лагер Наташа уже пробовала на Найваше, 300 стоит. То есть 250 это 300, ну нормальные в принципе цены. И всякие коктейли там 1900, что такое. Знаешь, какой безалкогольный коктейль Дик-Дик, манго, пэшн джуз, пэшн это маракуйя. А где ты увидишь? Ага, вот, самом, да. Вот манго, пэшн джуз, сироп 600. Ну, прикольно, не да знаю нет, даже. Да нет, это без алкоголя. Не, я хочу пиво. Ну, все, сейчас закажем и пойдем дальше территорию смотреть. Да. А do you have Tasker Lager? Yes. Yes? А please one bottle. One Tasker Lager. А ну, yes. Для меня что? Покажи мне. Do not open, окей? Окей. А тебе что? Да-да-да. Извиняюсь. Так, а я что буду, не знаю. Я буду какой-то сок. Манго, что ли, оранж. Так это ты тут будешь пить? Пэшн. Ага. Я не знаю еще, я еще не поняла. Так, холодненькая, холодненькая, отлично. Ну, сейчас закажем, разберемся и вам покажем, что мы взяли. Короче, соки пакетированные. Да, мы думали, что... $52 пакетик сока, ну спасибо. Сказали, можно бесплатно попить кофе. Есть кофе, горячая вода и молоко. Ну, тогда я бесплатно попью кофе. А я буду тебя ждать, да? У тебя пиво есть. Так я тут не буду пить, я хочу у нас. А, все, поняла. We'll have a small money. No. Like 500 and then give you. Mm-mm. Okay, much. Let me sign the room, then we can tomorrow pass it No, it's not a deal, my dear. No, no, no. Мне тоже сдачи говорит. Because we very early go. Yeah, so tomorrow you're leaving? Okay, yes, so yes. Tomorrow I will pay in reception, is this fine? Yes, so you sign, then you pay tomorrow, yes. Все, мы It's normal, да? Ну, ага, мы подписываем. На рецепции, чтобы они... Да, 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 мы расписываемся, что мы... Либо я заплачу карточкой за пиво. Боже, такая проблема. Ну да, ну нету сдачи у людей. Ну, как это, нету сдачи, закрывай торговлю. Кофе ничего. Прикольный. Не-не, я пить это не буду. Ну, это же растворимый. Я не предлагаю, показываю подписчикам, ты будешь пиво пить. Хорошо. То есть горячее молочко, кофе стоит, чай можно сделать себе, вон горячая водичка. Что там? Надо написать номер комнаты. Да. Самое главное, забираются в этом моменте денежка. Номер 4. Все. Thank you. Welcome. Room 14. Yes, yes. 4. Все. Так что. 4. Number 4. Number 4. No, yeah, number 4. То есть можно было любой номер приписать вообще это, ну. Не, ну здрасте, Машу. Не, просто говорю. Совсем. Меня всегда удивляло. Люди расписываются, там спрашивают номер комнаты, выезжают из отеля, потом ругаются. Ну, блин, как это вообще? А что, помнишь, у нас записали нам на счет телефонный разговор в Радиссоне в Абу-Даби, да? Ага. Ну, потом быстро им раздуплили, что мы местные, вот мы не звонили, вот мой телефон, проверьте. Всё, оказывается, отписали. Это пришли в комнате делать окна и не знали, как там сделать. Да, и решили позвонить с нашего телефона. Да, ну, с нашего номера. А записали на наш счет. Ну, это все ерунда. Боже, какая красота. Да. Вот
такое впечатление, что кто-то краской специально сидел и раскрашивал. Вот мы, когда вот шли и не записали видео, наши говорили, что в таком отеле нужно отдохнуть хотя бы день. Да, да, да. У нас такая мысль, чтобы был один полный день, просто полежать и поспать в тишине, и проснуться, и не бежать на завтрак, а вот пойти там 8 часов. Да, классно. Погуляться, отдохнуть, просто релакс поймать. У нас 4 дня, получается, мы выехали, у нас 2 дня Амбасели, 2 дня Цаву, и дальше мы переезжаем. Надеюсь, вместе с вами на Индийский океан. Которого нет в Эмиратах. Которого нет в Арабских Эмиратах. Смотрите видео, как дурят просто туристов. Ну ничего. Я сам обманываться рад. Сейчас пойдем с вами на вьюпоинт посмотрим. Да, вот это вот, что там было вьюпоинт. Здесь был бассейн, а... Может, это... Как мы сказали, пойдешь вправо, будет бассейн. Пойдешь влево, будет какая-то точка обзора. Мы пошли на бассейн. Хотя там написано стрит было. Даша хотела пиво, это привело ее к пиву. Да, это привело меня к пиву. Очень даже симпатично. Это именно кенийское пиво, местное. Таскер. А есть еще какое-то лайт, по-моему. Таскер лайт. Но очень приятненько. Лайт, по-моему. Нет? Нет. А, ты не лайт взяла. Все. Лагер. Я лагер вот взяла. Ага. Лагер. Так что слоник нарисован. Сейчас придем в номер. Будем, будем пить. Да? Thank you. Асанте сана. Видите, как Олечка уже на суахили.